Ты зацени, какая потрясающая, ну вот, ты посмотри просто на него. Да что, я считаю, что это секс. Эй, йоу, ребята, всем привет, с вами Серч, и добро пожаловать куда? Правильно, на самый балдежный, великолепный, замечательный факт номер 52. Зовите вообще всех, мам, пап, бабушек, дедушек, прадедушек, прабабушек, прабратьев, прасестер. Конечно же, позовите Сталина. Меня кто-то звал? Проходите, присаживайтесь. Короче, мы начинаем, погнали. Прежде чем перейти непосредственно к вопросикам, хочу вас кое о чем попросить, кое о чем важном. Вам нужно спуститься под видос, если вы смотрите с компьютера, если с телефона не знаю как. Короче говоря, вам нужно нажать на кнопочку подписки, чтобы она снова стала красной. То есть вам нужно отписаться от моего канала и тут же подписаться снова. Параллельно этому вам нужно нажать на колокольчик, чтобы отключить его. И снова нажать на колокольчик, чтобы включить его, выбрав все уведомления. Я не знаю, как работают алгоритмы у YouTube, но эта штука очень важное и очень полезное, дабы типа бустануть активность на канале. Поэтому сделайте это, я вас очень прошу. А теперь к вопросикам. Вы задавали их мне в Инстаграме, если кто-то не успел, ничего страшного, ссылочка на инсту есть в описании под видосом, вы можете пройти, подписаться и в следующий раз не пропустить этот момент. Возможно, чьи-то никнеймы буду читать неправильно, потому что я долблюсь в глаза, но начинаем с вопроса от... Короче, дружище на менталичах. Серж, где большое количество топ-контента на Ютубе? Посмотри на меня и задай этот вопрос еще раз. Финки, почему пузырьками больше не называешь? Потому что лопнули. Чуваки, мне 27 лет будет в марте этого года. 27 лет. Как вы себе представляете ситуацию? Начинаю видос с фразы: «Эй, пузырьки, с вами Серж!» Бля, это же, это кринж, это дичь. Слтмрдвт. Будут ли угарные ролики по кооперативным играм с друзьями? Как в старой доброй. Ну, Рафлан, конечно, комментарий, с учетом того, что я, в принципе, нацелен на эту сторону. Да, будут. Обязательно будут, поэтому ждите. Можете предложить что-то прикольное в комментарии под видос. Мы обязательно рассмотрим это с пацанами, с девчатами и снимем что-то классное для вас. 01-08. Это Орлова. Охуеть. Восстание прошлого. Ничего не говори. Самша Сталина видела? Фара. Нож из кейсов выбил. Может быть, сделаешь путь к перчаткам? Слушайте, любой каприз за ваши ключи. Камон, open кейсы в 2021 году еще актуально? Серьезно? Спина Давида. Думал когда-нибудь о переезде? Вас, кстати, только что сфотографировали. Не спрашивай. Хорошо вы получились или нет, я уверен, что просто восхитительно. Думал когда-нибудь о переезде в другую страну? Знаешь, в свете некоторых последних событий, не будем показывать пальцем на то, о чем я говорю. А вообще, на самом деле, и до этого момента. Меня, конечно, периодически посещали мысли о том, чтобы уехать как минимум не на ПМЖ, а на месяца 3-4 куда-нибудь либо в ЛА, либо в Майами, либо на Бали, Короче говоря, на ПМЖ, хз, вряд ли, но вот куда-нибудь на длительный срок проживания, я был бы не против. Спина Давида. Давид. Кто такой Давид и почему спина? Но так или иначе, она просит топ-5 советов для взрослой жизни. Что ж, чистить зубы минимум 2 раза в день, а то и 3, потому что когда ты станешь старпером, первое, о чем ты вспомнишь, это о здоровых зубах. Не нужно жрать перед сном, потому что можно растолстеть до размеров галактики. Тебе ли об этом не знать? Не обращай внимания, это была тупая шутка. Третье, это, наверное, соблюдение режима сна, чтобы повысить продуктивность. Четвертый, это, пожалуй, работы головой, а не 12 часов. И пятый, путешествуй. Неважно куда, важно с кем. Майя бежит вперед паровоза. Третий момент от нее. Есть ли какое-то направление, которым ты заинтересовался, а потом забил? Ты знаешь, да. Первое, это музыка. Второе, это разработка игр. Хотя помню, где-то в далеком 2012 или 2013 году, я даже скачал Unity 3D, даже начал делать там своего слендера, нарисовал карту, поставил деревья, начал бегать своим челиком и как бы чё-то куда-то все запропасть. Помню, я хотел было замутить какую-то свою игру со своим товарищем, своим прекрасным другом, который до сих пор, на момент 2021 года, единственное, что сделал, это, блядь, скачал Unity. Ха, Саня, как дела? А, ну и третье, это, наверное, вытекает из второго в целом программирования. Да, когда я играл в SAMP, я очень много кодил относительно игровых режимов, мне все это было интересно. Тогда я еще познакомился с конструкцией, с конструкторами сайтов, HTML, CSS, PHP, вот эта вся история. Ну, короче, около где-то
новичковый формат. Я сейчас не про тот новичок, о котором все подумали, говорю. Что-то где-то базовые знания у меня, конечно же, есть. Вот, а вообще, да, за программистами будущее. Ну ладно, идем дальше. Усиньоне. Здорово, Серж. Нет такого ощущения, что чего-то ты не добился. Ты знаешь, молодой, горячий, перспективный парень, я тебе отвечу следующим образом. Поменьше пафоса. Знаешь, мне кажется, у каждого человека должно быть примерно подобное ощущение для того, чтобы было куда расти. Для того, чтобы было то, что будет его мотивировать сделать что-то. А чего он такой скажет? Ебать, я добился. Андрюха Воропаев. Самый безбашенный поступок в жизни. Сходу могу сказать, что это попытка не спать 24 часа в 26 лет. Рефлексии 7-3-4. Кто эти люди? Кто? Зачем? С какой целью вы ставите цифры в свои никнеймы? Я не понимаю, вы хотите казаться крутыми? Вы хотите казаться какими-то скилловыми игроками в играх? Вы думаете, блять, вы всех переиграете? Вы думаете, вы всех уничтожите? Да это же, блять, выглядит по-дебильному. Почему ты пропал и как планируешь возвращаться на YouTube? Возможно, пацаненку отключили интернет, и он давно не в курсе, что уже стабильно с октября я на YouTube. Почему? Почему? Да вот... как-то сложились обстоятельства жизненные. Меня больше радует вторая часть. Это как я планирую возвращаться на YouTube. Ну как, блядь, типа... Здравствуйте, можно войти? Мои немецкие. Еба, Серега, давно тебя ждали. Заходи. Я такой, ха-ха-ха, сейчас, блядь, зайду. Соло 1337. Блядь, вот эти ваши цифры, ребята, ну вы просто, ну, солочь. Номер факт, как номер нашего региона. Блядь, тебя я другого, в принципе, не ожидал. Я, знаешь, солочь, я в глубине души знал, что ты очень эрудированный, что ты очень находчивый, что самое главное, очень внимательный человек. Игоревич 56. Будет ли полное возвращение на YouTube, бля? Типа я сейчас на пол шишечки зашел, такой типа... ну, вода здесь, заебись, остаюсь. Бэдмузим, 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 бэ... Блять, это музей? Ты типа плохой музей или что? Проходил ли ты один из нас? Если да, то как тебе? Этот чел... Ну, хорошо, ладно. Да, проходил очень-очень давно. Два из нас и три из нас тоже. И на Твиче недавно прошел один из нас, вторая часть. Вот, не знаю почему один, если там одним. Но ничего страшного. Оступился, описался... Или описался, блядь. А что ты сделал-то, расскажешь? Игорек Флврпвр. Прикол ДС. Серж, будут ли еще влоги? Слушайте, есть ли среди вас те, кто до сих пор питает надежду увидеть тот самый влог, который я начал монтировать и показывал вам на стримах с АФП и Игромира 2018 или 2017 года? Вот что-то не могу вспомнить. Плюсаните, если да. Плюсаните, блядь, как будто я в чате на Твиче. А, блядь, там был вопрос, будут ли влоги. Слушай, поживем, увидим. Я не отрицаю этого момента. Точка Жмайлов. Жмаилов, Жмайлов, хз, сорян, если что-то неправильно произнес. Почему стримы не каждый день? Потому что понедельник, среда, пятница с 19:00 по Москве. Кстати, добрались до вопросиков с ВК. А где ты пропадал? Бегал. Почему ты решил переехать в другую квартиру? Ты знаешь, однажды утром, когда я сел завтракать и понял, что закончился хлеб, пойдя в ближайшую Пятерочку, я осознал, что мне надоело. Мне надоело вот это вот все постоянство, вот эти вот лица одинаковые, кассиры. Бля, я помню всех. Я здороваюсь каждый день, блядь, с этими людьми, когда хожу в магазин. Я понял, что я хочу чего-то нового. Я хочу каких-то новых знакомств, каких-то новых ощущений от людей в своем окружении. Я понял, что та уборщица уже не представляет для меня интереса. Я уже начал автоматически обходить те места, где она мыла пол. Я понял, что мне нужна новая Пятерочка. Я принял решение о переезде именно на этой почве. И вы знаете, что я понял? Жизнь... весьма интересная штука. Пятерочек много, но внутри они все одинаковые. Ты как входишь, стоит стенд с ебучими фруктами, овощами. Везде одни и те же стеллажи. Там мука, здесь макароны. Ребята, не разменивайтесь на лево и направо. Цените ту, что у вас есть. Кстати говоря, гигантское количество вопросов про open кейсы. Типа, вы реально это пишете или в прикол? Зайдите на YouTube, вбейте open case CSGO, нажмите Enter и убедитесь в том, что ластецкие актуальные видосы были сняты 8, 11, а то и более месяцев назад. Вы серьезно? Хотите, чтобы я это сделал? Окей, ноль вопросов. Я так полагаю, вы от меня не отстанете с этим моментом, поэтому давайте так. Я под этим роликом снизу в комментах или под видосом укажу ссылку
ссылочку на трейд в Стиме. Как только набираем 20 ключей и кейсов, я записываю для вас бомбически шикарный видос. И, сука, не дай бог, он потом не наберет 1000 лайков, я расстроюсь. Договорились? Договорились. Также многие интересуются про планы на 2021 год. Типа, я не совсем понимаю, зачем отвечать на то, что касается лично тебя. Это штука, которую вы составляете лишь для себя. И, типа, люди любят планировать планы, а потом забивать писюн на них из-за лени. Да, Саня, типа, Unity 3D скачал, а нажать, блядь, курсором забыл. Ничего страшного, подождали 5 лет, подождем еще, блядь, 10. Да не, на самом деле они, конечно же, есть. Если у вас их нет, то заведите тоже. Поэтому, если есть цель, иди к ней, а не трезвонь налево и направо. Многие, кстати, спрашивают про никотиноза. До сих пор его помнят, до сих пор его ждут, до сих пор хотят, чтобы он вернулся на YouTube. Ром, если ты это смотришь, я передаю тебе пламенный привет. Вот от всего сердца, от левого соска. Все как ты любишь. Бля, его возвращение на YouTube ждут, наверное, так же, как мои open кейсы. На самом деле, понятия не имею, где, что, как, зачем. Знаю только то, что он уже давно ИРЛ, давно занимается какими-то делами вообще отличные от всяких медийных сфер. Мы с ним перестали общаться, в принципе, как только он ушел с YouTube. Не ругались, не дрались, просто что-то как-то вот шли-шли, а потом типа, ха, кек баебать. Шо, кстати, ты за... Я уже говорил, что это? Вот про это почему-то спрашивают огромное количество людей, хотя я и на стримах, как минимум в инстастори, но специально для тех, кто до сих пор интересуется, давайте так, я оставлю просто ссылочку на этих ребяток в описании под видосом, это Light Touch, ребята занимают эту штуку, чтобы вы понимали, ей можно управлять с телефона как хочешь, там 150 режимов, 150 вариантов свечения, различные цвета, это можно сделать палочкой, это можно сделать буквой Г, можно сделать буквы Ж, если у тебя хватит этих, как бы, блять, что это? Раз, два, шестиугольников. Короче говоря, я давно себе хотел такую штуку. Аналоги очень дорогие, это, в принципе, доступная цена. Сексуально замечательно. В геймерскую комнату, да вообще, в принципе, в любой интерьер вписывается на ура. Серьезно. Есть еще один вопрос, который задало огромное количество людей. Почему я каждый раз говорю огромное? Потому что в целом вопросов было около 180 или где-то 183, не помню точно. Так вот, один вопрос выделяется на фоне вообще всех, потому что повторяется из выпуска в выпуск. Twitch и YouTube — это единственная площадка для твоего заработка. Знаете, буду предельно честен. Предположим, что я у Дудя. Вы мой Дудь, а я ваш... А я просто ваш, блядь. Почему нет? Могу себе позволить. Я уже сказал, да, буду с вами предельно честен. Вот в данную минуту, а именно 22.01.2021.002, полночь, как бы первый час ночи, то есть... Возможно, в 004 я начну зарабатывать миллионы. Кто знает. В общем, да. Просто в начале января как бы попрощался с тем, чем занимался последние полтора года. И как бы это не совсем удобно, потому что живу в съемной хате. Ну и в общем, как бы да. Поэтому я буду безумно рад и благодарен любой вашей поддержке в виде платных сабов на Ютубе, на Твиче, донатов на стримах и вот этой вот всей темы движухи. Это очень здорово и очень сильно выручит и поддержит. Но вот эта штука на плечах имеется. Она умеет, слава богу, работать, поэтому так или иначе найду способ заработать аденышку. Давайте как в старые добрые времена наберем 911 лукасов под этим видосом. Напишите хэштег «хочу фак», если вы хотите видеть продолжение этой замечательной рубрики. Я готов буду делать это периодически. Вопросики, кстати, буду собирать именно в инстаграме, в инстасторис с возможностью отправить вопрос, потому что это максимально удобная штука. Если чё, ссылка на инсту где правильно? Вон там снизу. Переходите, подписывайтесь и как бы следите за сторисами. Ну а вообще, спасибо большое, что посмотрели этот видос, поставили лайк, оставили комментарий, поделились с друзьями. Меня зовут Серж. Дальше только интереснее.